Лебедь выбрал красивое уединенное место на Томи, недалеко от Вершининского бора. Здесь бьют ключи, поэтому река не замерзает даже зимой. Птицу заметил пенсионер Николай Борин. Вот в эту промоину смотрю, лебедь сидит. 2 недели уже, но я вот так же ближе подошел, он взлетел, но вечером пришел обратно. А потом не стал подходить. Вот сюда на Богор выйду, посмотрю, что живой, никого нет, и обратно в деревню. Вот остался пока один, не знаю почему. Может быть, пару где-то дорогой, может, подбили, а может быть, заболел или что ли, мало ли что. Николай Лазаревич переживает, как бы белоснежный гость не стал жертвой браконьеров. Поэтому каждый день теперь приходит на склон. Обычно эти представители пернатых бывают на территории Томского района только пролетом. По мнению орнитологов облкомприроды, сейчас в Вершинино лебедь только пережидает. А когда придет тепло, гость продолжит свой перелет в северные районы Томской области. Лебедь очень пуглив. Нам удалось подойти к нему всего лишь 100 метров. Заметив наше приближение, белоснежный красавец тут же взмахнул крыльями. Но, как считают орнитологи, появление этой птицы в наших краях говорит о том, что весна уже не за горами. Ольга Трепова, Иван Патлусов, Вести Томск.